Вот такую картину сегодня можно наблюдать на левом берегу реки недалеко от Александрии. Прямо возле подземного пешеходного перехода разрушена часть парапета. В целях безопасности зияющую пустоту закрыли временным ограждением и специальной лентой. Я напомню, это уже далеко не первый случай разрушения не так давно капитально отремонтированного парапета. В последний раз конструкция пострадала в результате ДТП. Тогда в парапет на скорости въехал автомобиль. Ну а что послужило причиной разрушения в этот раз, покажут следствие. Аварии на этом месте не зафиксировано. Говорят полицейские, сейчас в УВД проводят проверку по факту разрушения конструкции. Не исключено, что это акт вандализма.